Книг много не бывает, уверена заведующая библиотекой народов Поволжья Галина Малиновская. Фонд учреждений обширен, но и проходимость высокая. В день в эту библиотеку приходит до 120 читателей, каждый из которых берет по несколько экземпляров. Летом вырастает спрос на книги по школьной программе, поэтому отдельные авторы на расхват. А библиотека обслуживает читателей со всего города, и сейчас ребята и родители приходят к нам с списками по школьной программе. Нам не хватает Булгакова, Гайдара, Тимура и его команда, Грина, Алые паруса, и сегодня мы просто счастливы. Книги в количестве 500 экземпляров в две библиотеки города, библиотеку народов Поволжья и библиотеку имени Крупской, передали члены общественной палаты Самарской области. Среди них есть и краеведческие, к примеру, написанная Павлом Покровским «Мой дом, студеный овраг». Это книга, которая рассказывает о гении места. Сегодня мы много говорим о том, что нам нужно продвигать регион, повышать его экономическую привлекательность. А сделать это без узнаваемости места, собственно говоря, невозможно. Особенно ценные, рассказывает Галина Малиновская, книги о природе. Их не так много, а они учат детей умению видеть красоту. К примеру, книги Константина Паустовского. Многие дети в силу возраста пропускают описание природы, лишая себя огромного удовольствия. Я тогда открываю книгу, нахожу этот отрывочек и читаю детям вслух и рассказываю. Обратите внимание, как писатель описал былинку, какая она, где она растет, подул ветер. Вам не страшно, что она может переломиться? Понимаете? И ребята уже по-другому начинают смотреть и на это произведение. Акция общественной палаты «Новая орбита книг» проходит с 2013 года. Печатные издания передают жители Самарской области. Они приносят их на площадку Центра гуманитарных инициатив по адресу Фрунзе, 110. Это книги, которые попадают в новые руки. Они передают вот тот интеллектуальный запас, который в них содержится. Потому что вот есть, так сказать, соленье на зиму, а это вечное, разумное и доброе, которое сосредоточено вот на этих вот листах бумаги. Помимо библиотек, члены общественной палаты привозят книги в воинские части, больницы и колонии. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, «События».